Уникальная образовательная площадка открылась в Анапе. Вложения в проект были колоссальными. Использовались только самые современные технологии. Обучение здесь смогут проходить топ-менеджеры крупнейших российских компаний, преподавательский состав из швейцарской бизнес-школы IMD, которая сегодня считается одной из лучших в Европе. Для Анапы это возможность заявить о себе и как о современном образовательном центре, который может работать в круглогодичном режиме. И поскольку зимой, конечно, здесь меньше людей, то это было бы прекрасно, если бы зимой могли бы использовать вот такие помещения как раз для образования. The kind of technology that we have here, it's, to be honest, comparable, if not better, what we have back in Switzerland. Технология, которая у вас здесь есть, она на том же уровне, если даже не лучше той, которую мы используем в Швейцарии. Как раз ваша цель — переформатирование круглогодичный курорт Анапы. So this is exactly what he was looking for as a business model for Anapa. Okay.